Добрый день, everybody! Spider-Man Remastered прямо сейчас. Версия для ПК, посмотрим, поиграем. Если вдруг что, можно будет даже пройти. Я знаю, что она вышла пару дней назад, но, к сожалению, возможности раньше записать, увы, не было. Игра, кстати, кто смотрел, я ее проходил, когда она вышла, по-моему, в году 18-м, мы ее проходили на PlayStation 4, насколько я помню. Также ремастер выходил на PlayStation 5, и, собственно, вот сейчас вышел для ПК. Со всеми рейтрейсингами, со всеми вот этими наворотами графическими, все, что можно было, мы с вами выкрутили. Так что посмотрим. Может быть, еще что-то добавили. У меня версия по предзаказу, так что... должны быть какие-то костюмы. Полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Классный тостер. Прекрасно. Нормально, хороший костюм. Прекрасно. О, какой гадюшник. Чувак, надо убираться дома. Питер, оплати счета. Это же паук. Давно не было. Это одна, кстати, из лучших частей паука. Хорош, хорош, прям видно, да, преобразился город. Так, надо посмотреть, где у нас тут рейтрейсинг будет. Ну что ж, давай посмотрим, как дела у нас на улице, что там происходит. Я думал, эта коробка улетела. Так, 2018 год, отраженница у нас вроде как есть. Карточка, конечно, напрягается, дай боже. Ну что ж поделать, когда-то же нужно использовать ее мощности. Давай хотя бы здесь. Люки дымятся, попы горят, все хорошо. Но удерживайте для раскачки. Сейчас удерживать все будем. Я помню, что можно было с челиками типа подходишь, здороваешься, там, пятюню туда-сюда. Тысяча извинений. Тысяча извинений. Ну, давай сфоткаемся. Когда к тебе, блядь, еще в жизни Человек-паук подойдет, скажи мне, пожалуйста. Когда? Что-то он подошел, как будто он сейчас... Ты че нахуй? Ты че, бля, ходишь в костюме латексном? Ты че, эй, что ли? Нет, такого не будет, надеюсь. Там чел залагал, по-моему, немножко. Ладно, хорошо. Люди какие-то не очень дружелюбные, поэтому не все могут понять, что это настоящий Человек-паук, понимаешь? Хочешь сфоткаться со мной? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Вот, кстати, отражение, походу, смотри. Вот тебе и тот самый долгожданный рейтрейсинг, который просто насилует твою карточку по полной программе. Ну, вроде пока по FPS-кам более-менее терпимо. Да, это я знаю. Я, в принципе, примерно помню управление. Оно не менялось, хоть мы на компе играем, на геймпаде от Xbox. Но, тем не менее. Здорово. Привет, красавица. Или красавица. Бля, это мужик или... Да, это все-таки девчонка. Если бы не ботинки твои, я бы хрен бы тебя узнал. Ладно, поехали. Там какие-то проблемы, которые не могут без нас решить. Так, Osborn Corporation. Это мы знаем с тобой. Watanabe. Нет. Мы у башни Фиска. Хорош. Можно я загляну на вечеринку? Давай я тебе еще немножко рейтрейсинга покажу. Вдруг ты не видел, не смотрел вот эти вот, видишь, модные отражения. 8 лет, блядь, он ждал, сука, 8 лет, где ты был? Ждал он 8 лет. Так, давай. Погнали. Будет сделано. Все, тревенько, полетели отсюда. Так, тут можно делать вот такие штуки, я помню. Выпады, выкаты, перелеты, перекаты. Мне еще должны дать мои модные костюмы. Я надеюсь, что я их получу хоть когда-нибудь. Нажмите, чтобы подняться на паутине. О, прикольно, видишь, эффект 3D вот этих комнат. Когда-то я рассказывал в одной из прошлых каких-то частей Спайдермена, как это делается, какая-то новая типа, технология объемного. Кажется, что это объемное, но на самом деле там нихера не объемно. Ну, прикольно, такие нюансы. Плюс, если у вас широкоформатный монитор, там 21:9, там, или 31:9, ну, широкие вот эти, огромные лопатники, то игра поддерживает как бы возможность... тоже играться. Нифига себе, парни чилят. Нормально, слушай. Ты хоть шапку сняла, нет? А, ты не в помещении. Они какие-то все одинаковые. Ладно, Питер Паркер, полетели. Я помню, да, что тут игра довольно длинная, много разных интересных боссов. Ну, то есть Майлсом, с Майлсом Моралесом тоже было прикольно, я не спорю. Но здесь прям найс. Паркер, где ты?
Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. О, Центральный парк, хорош. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Да, идем, 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 бро, идем, смотри, как мы летим низко. Ай-яй-яй-яй-яй, какая же грязь происходит в этой игре. Ты смотри, как низко, прям по головам человеческим прошлись. Так, нажмите, удерживайте для раскачки. Оп. Вот тебе и Нью-Йорк, огромные дома. Ты посмотри, какие здоровенские, бля, велотни, а тут стоят, охренеть. Так, 300 метров. Похоже, Юрий вызвала кавалерию. Кавалерию? Сейчас долетим, посмотрим. Так, что-то там происходит явно нездоровое, потому что полиция подъехала. Нам нужна помощь! 10-32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом. Пора пробивать. Какие детализированные ребята у нас, а? Ты посмотри. Мне хотя казалось, и в 18-м тоже круто все смотрелось. Ну, понятное дело, что PlayStation 4 не вывозил всю красоту. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой, блядь, это было больно. Это было очень больно. Прекрасно. Бля, ты смотри, какие отражения, пиздарики вообще. Так, паутинный удар. Паутинный не удар. ЛБшечка, что мне пишут? Значки паучьего чутья, мигающие над головой, предупреждают вас об угрозах, я понял. Бэмс, готово. На нахуй лючком поеблу. Сейчас мы ваши хлеборезки быстро растащим. Так, сейчас вспомним, потому что надо повспоминать по управлению, что делать. Это классика жанра. Ты смотри, как он отражается красиво, да? Казалось бы, это ж типа ремастеринг-версия. То же самое мы примерно ждем и в Last of Us. Должен выйти Last of Us, мы его тоже пройдем, я бы с удовольствием перепрошел бы. Нажмите B, отклонитесь в сторону. Ай-яй-яй-яй-яй, бля. Так, тихо-тихо, стоять бояться. Парень в костюме сейчас все сделает. Человек-паук, ваш самый дружелюбный соседушка. Бля, он из воздуха появился, хуйло этот. Отсюда иди, отсюда, вон. Удерживай, чтобы подбросить врага в воздух, давай. Ой, мне звонят, извини. Полежи пока в воздухе. Я почти закончил. Вот она, бля. У нас большие проблемы. Скоро буду. Не терпится увидеть, как... О, это типа отскок был, да? Хорош, хорош, бля. Че ты там свои глиномесы местишь, а? Че ты делаешь? Такие парни опасные, да? Фиск. Я помню. Тут была миссия, что-то с Фиском так, связанная. Юрий, готово. Что происходит? Что происходит, блядь? В центре Нью-Йорка происходят, Юрий! Сука, взрывы. Где, спрашиваются военные? Полетели. Ты прикинь, в 18 году, как это смотрелось, блядь? Ты сидел, как будто ты маленький карапузик, просто уже штаны наложил от радости того, что происходит. Это действительно перезапуск Спайдермена. Зрелищный, классный, эпичный. Опа, я быстрее, чем полицейская машина. Даже вон, смотрите, сватовские бобики едут. Фиск Тауэр. Если я не ошибаюсь, то Фиск это огромный такой, такой, вот такая машина просто, мужик. С которым придется тоже повоевать. Пришлите еще людей и закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймает. Ну, я тогда... Начинай. Да. Да. Время пришло, Билли. Чувствуется, да, что такой пацан именно максималист юноша. Юноша-максималист. Берегись. Если, допустим, тот же Бэтмен, да, такой суровый, серьезный, взвешенный решение. Гениальность налицо. То здесь пацан, которому разрешили повеселиться. Нажмите, чтобы прыгнуть. Бля, что происходит? Где я? Куда мне? Так, их побежали. Ты хороший? А, ты хороший. Бля, дым, смотри, реальный дым, нихуя себе. Радуюсь таким, казалось бы, вещам. Вода в отражении, все есть. Оп, паутинный захват, сука. Заполняй шкалу концентрации атакуй врагов-то, я понял, понял. Чем длиннее серия атак, тем быстрее накапливается концентрация. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Что здесь делает человек? Что здесь делает? Решает проблемы. Спасибо за поддержку, ребята.
Этого парня, в отличие от других, хотя бы позвали сюда решать свои проблемы, понимаешь? Чужие почти. Блять, да что ж ты будешь делать, сычара вот позорная. Комфортная рабочая среда. Комфортная рабочая среда. Так, меня сзади хотят. Ну, в смысле, вы поняли. Хотят в смысле стрельнуть, если что. Мы справимся. Да-да-да-да-да, говорили они. Какой пиздюлина забавная была. Так, стоять, сука, стоять. Блин, я помню, что была возможность как-то раскачивать их. Слушай, у меня жизни мало, сейчас убьют нахер. Тихо, 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 тихо. Сюда. Голова, блядь, иди сюда. Хорошо, у меня полная концентрация. Для чего, непонятно. Итак, смотри, все летает, все красиво, все замечательно. Какой прекрасный кадр получился, а? Вы можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопили, тем сильнее восстановите свое здоровье. Так, похилимся. Похилились. Так, с вами придется расправляться еще более жестко, понимаешь? Бля, что хуёво с концентрацией. Так, хлопче, блядь, ты что делаешь? Дядь Сиби. Вот. Ты меня не остановишь, блядь. У тебя хотя бы пистолет есть, понимаешь? Даже а у меня цепи. Что? Ну, у нас у каждого есть волына в штанах. Вперед, вперед! Но у него она какая-то неправильная. Они вырубили лифты! Лестница! Самые нужные ребята во всех американских фильмах. Они всегда появляются я вовремя. Я предпочитаю более прямой подход. Я согласен, давай. Прямой подход — это раздвинуть, блядь. Смотри, как Моисей прям по воде прошел, ты взял лифт раздвинул. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. О, побежали. Покончу так, с этим. Рано. Мы перехватили их разговор. Они чистят сервер с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Засадим Фиска. Или Фиску. Посмотрим уже по ситуации. Звонок от Мэй. Ну, не вовремя как. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно! Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Люблю, целую, тетя Мэй. Так, тихо, тихо, стоять. У нифига себе, какой модный парень, блядь. Ты что, фанат Вин Дизеля, что ли? Тихо, куда скачешь? Хорош, до свидульки. Да, хорошо. Бля, парень, ты что-то как-то застрял не очень. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, какой грязный прием у тебя. При полной шкале концентрации вы можете мгновенно добить врага. Ой, бля, ветки калин наклонились, бля. Так. И как давай. Это может хорошо закончиться? Парни, я не знаю, что происходит, но это, сука, красиво. Это реально красиво, что ни говори. А паукан дерется прекрасно просто. Так. Тихо, вас что-то много, нахера тебе, бля. Вырубим, ну конечно, вас много-то, я один. Да блять! А блока нету, да, у нас какого-то блокирования? Вот, вот, пошла, родная. Бенс, первый пошел, потом второй пошел сразу за ним. Должен был бы, наверное, пойти. А он просто в бронике, понимаешь, с ним проблематично немножко. Бля, какой дым пиздатый в этой игре, что-то не помню, что такое было. Вроде такие маленькие нюансы, да, ты смотришь сейчас на паука, ты смотришь на драки, но ты забыл посмотреть, какой дым здесь реалистично сделан. Ну, прикольно, смотри, объемненький такой, блядь. Бэм-бэм. Хотя курение это вредно, дым это тоже курение, по сути. Фух, ладно. Мусорка нужна кому-то, нет? Так, хилимся. А нечем. А нечем хилиться. Так, куда, наверх идем? Сомневаюсь, что серверы на этом этаже. Сервер на этаже повыше. Они уничтожат все улики. Так, R для поиска врагов. Вижу. Так, может, я туда по-тихому как-то залетел бы, не? Парни, как нам туда попасть, чтобы никого не это самое, не злить? Серверный этаж. Вот так лучше. А, вентиляция. Где вентиляция? Алло. А, вижу. Извините, пожалуйста, я что-то отвык. Я больше по Бэтменам, как говорится. Нормальные герои всегда идут в обход. Естественно. Какой может, же дебил? Фиска грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Да, какой дебил будет идти на пролом, правильно? Так, нападение из вентиляции. Блядь, звучит хорошо. Вау, внезапно! Сюда! Они такие милые, когда беспечные.
Хорошо. Нет, ну это было красиво, да? Это был прям феерия. Никто даже не понял, что случилось. Так, парни. Почему никого нет, когда я спускаюсь? Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Шуточки, хуюточки начинается, блядь. Так, поехали. Задержите его. Полная жопа. Внимание. Вам всем пиздец. Только попробуй, блядь, что-то сделать. Ой-ой-ой, как грустно. Ты посмотри, 25 секунд осталось. Давай. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие. Выломайте дверь, живо! Батька разбушевался. Прикончить его! Уничтожить все! Опа! Хорош! Так, еще раз. Ты, еще раз! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Напыщенный криминальный босс. Звучит прикольно. Рот этого города вылетит на улицу. Бля, с пистолетами как-то херовато здесь, конечно, дело творятся. С оружием не очень. Софист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем Хорош. К основному действу. Так, давай. Ай, закончились инжекторы паутинки, закончились. Блин. Печально. Итак, посмотрим, что же будет дальше. Юрий, взрыв только что. Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Да сколько вас здесь ублюдков, блин, а? Убить его, или босс убьет нас! Хорош. С этим, в принципе, тоже все. Остался только один. Мне это нравится. Мне это нравится, блядь, я его хуярю ногами. Он говорит, мне это нравится. Бля, мазохисты фисковские. Вы что, совсем с ума сошли, блядь? Так, ладно, нравится ему там. Нажмите, чтобы подтянуться к точке. Сейчас подтянемся. Мы еще не отошли от событий, которые тут происходят. Чисто, вперед! Да, чуваки. Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Ты иди к ним, а мы бомбы найдем. Хорошо, я полетел. До свидания. Привет. Все на выход! Всем покинуть здание! Да, здесь можно посмотреть на рейтрейсинг, но если будешь долго смотреть, можно как бы тут прилечь потом ненадолго. Так, убираем. Чуть тебе в табло не прописали. Я их найду. Сейчас найдем. Ты хоть бы покашлял для приличия. Здесь же дым. Тут же задымленность или задымленность, бля, похеру. Так, люди. А, вот вы здесь. Сейчас поможем, девочки. Все будет нормально. Вы еще сторисы сделаете, как вас спасли. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Давай, Питер Паркер. Молодец, красава. Аж сосочки встали. Ты посмотри, какой, а. Какая голова. Так, еще разочек. Ради девчонок. Ну, вперед. Только не пукни, я тебя прошу. Все, красавчик. Вот это молодец. Вот это мужик, блядь, а. Ну, Уилли, я уже на подходе. Да, давай добраться до кабинета Фиска. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Нам сюда? Походу, Черт. Это наша остановка. Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Да, здесь беда, конечно. Бля, зачем это все взрывать? Ты посмотри, какое оно красивое. Ну, реально. О, серьезно? Джавелин? Нет? Блядь, надо текать. Надо текать, нахуй! В любом случае. Так, иди сюда. Мне это нужнее, ублюдок. Бля, еще два притырочных. Еще ракеты! Это уж слишком, нет? Да, согласен. Ему конец. Что за желтые ленточки тут, а? Что происходит? Пацаны, у кого вы забрали это?
Уклоняйтесь от ракет, нажимая Б. Ты представляешь, можно просто попрыгать и уклониться. Вау! Что? Сегодня что, день ракетчика? Смотри, чтоб день минетчика, блядь, не настал для тебя. Сейчас посмотрим. Попал. Хорош, как он отлетает, а? Ты посмотри. Ух ты, какой это век до нашей эры, даже знать не буду. Я мог бы, наверное, его разбить, но зачем мне это делать, правильно? Так, двери. Дур, Бэтсел, бля. Так, паучишка. Ой, красиво-то как, смотри, как почернело, а? Практически как Майлз Моралес, как будто мы сейчас поменяли скин. Бля, какие зеркала разбиты, да ты шо? Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? А хер его знает, на самом деле. Я без понятия, как это работает. Так, мне куда вообще? Мне сюда, наверное. Опа, опа, неудачка. Блин, я зря нажал, надо было красиво сделать. Он уронил друг друга. Бывает, парни, не надо так делать. Атака от стены, давай попробуем. То есть идем сюда, потом... Нихуя! Саперы должны. Это было классно, слушай. Надеюсь, они живы. Атака от стены, это то, что нам надо было сегодня. Для поддержания духа, смотри. А? Какие выкрутасы вытворяет паука. Хорош. Красиво, да, здесь? Реально красиво. Рафоуни, как говорится, во всей своей красе. Поехали. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Эй, босс. Ты кого вообще наебать решил, скажи мне, пожалуйста? Они какие-то стрёмные, реально. Глаза закрыты, все закрыто. Так, враги со щитами блокируют атаки спереди, но сзади они нормальные. Вот. Вы все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Нормально. 2-3 удара и достаточно. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Так. Х, потом Б. Погоди, бля. Погоди. Так, Х, Бшка и удар. Сюда. А, у меня нет навыка еще, я не могу оружие из рук выхватывать. Это надо прокачаться, извини, пожалуйста. Привет. Хорош. Блять, откуда ты взялся, подонок, мать твою? Че, еблан, что ли? Хрена он упал. Фу, Юрий, хорошо. Похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Открывайся. Сезам, откройся. Ну, какой напыщенный ты, посмотри какой, а. Время потуже затянуть пояса. Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. 8 лет, ты понимаешь или нет? О, это мне не стоило. Придется ответить. Подожду нужного момента. Ай-яй-яй. Перезарядка. Как эту хуйню ломать? Подожди, как-то она ломается же, правильно? Вперед! Нажимайте РБ много раз, чтобы заплести турель паутины. Давай сюда! Ай! Да сука, да что ж такое-то? Короче, надо было стать просто рядышком, понимаешь? Мы не успели запрятаться, поэтому паука... Подожду нужного момента. Да я понял! Перезарядка. Вот так вот. Что ты делаешь? Минус одна. Вперед! Готово. Хорош!
Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Бля, он очень здоровый, хер, прыгай! А, вот так даже! Вот мой момент! Сюда! Блять! Ты умрешь, здоровая как глыба! Ты уж постарайся! Не, он больно дерется. Как ни крути, а дерется он реально больно. Уходи, уходи, уходи! Слушай, по-моему, не особо помогает, да, против этого? Как ты вот пытаешься что-то... Бля, инжекторы закончили. Инжекторы закончились, сука, уйди отсюда. Хорош. А где у него, разве не должна быть какая-то шкала жизни там или еще что-то? Не зарывайся, мальчишка! Не в этот раз. Твою ты мать, а? Это просто какой-то буйвол. Ни хрена себе! Ты виноват во всех бедах этого города! Ха. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать. Окружить. Понял тебя. Так, уходим отсюда. Все в атаку. Все в атаку, на, помимо всего прочего. Подожди. Блять, сука, хватит. Просто буйвол какой-то. Идиоты. Вас учили драться, так деритесь. Давай, 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 пока он завязан. Ай-я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 й. Жизни мало. За что я вам плачу? А хуй его знает, нихуя он отлетел. Я сам справлюсь. Уходим, уходим. Парни, хватит я вас прошу, блядь, не мешайте нахер. До свидания. Ну и где же подкрепление? Не знаю, бог. Ты его так не сделаешь, чел. Так это не работает, бро. Блять! Гребаный мудак, а? Просто машина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блять, уходим. Сваливаем отсюда. Слушай, а жизы-то все меньше и меньше. Так, быстро, 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 быстро. Понимаешь, он меня схватил, как будто я какой-то подросток. Так, блять, блять. Ты успел? Вроде да. Хорош. Вот это добивалочка. Вот это я понимаю, хороший приемчик. По-взрослому все. Опа. Главное просто вовремя попасть по кнопочке. Бля, там не пробивное сало просто, понимаешь? Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Вот и все. А вы боялись, переживали. Что какой-то там местный криминальный авторитет сможет надрать жопу паучку? Это вряд ли. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Посмотрим. Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Ух, перед нами целый город, смотри, какая красота. Может, отпуск возьму? Да ладно, в этом городе всегда какая-то хуета происходит. Тут отдохнуть не получится. У нас второй левел. Кто-то помнит, как прокачиваться? Какая кнопка? Нажмите для древа навыков. Вы повысили свой уровень, получили очко навыков.
Это понятно. Так, инноватор, защитник и паутинная проща. Или проща, как там называется. А, бросок на паутине. Хорошо. Вот, 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 вот эта база. Это база, понимаешь, которая кормит и которая должна быть всегда при прокачке Человека-паука. Опасная зона. Угу, угу, угу. Так, сколько у нас очков? Все, больше... Не, стоять, погоди. Доступно целых 5, нихера себе. Так, уклонение, пожалуйста. Мне же вроде как по предзаказу должны были дать еще немножко очков навыков. Я так понимаю, что где-то оно тут и есть. Видишь, целых 5 было доступно. А паутинку давай. Вот, хорош. Вот это мне нравится. Так, опасная зона. При сматывании бросок на паутине сбивает врагов с ног. Ну, такое. Дальность нокаута. Вот, дальность нокаута, давай. И то, что я рассказывал, что можно выбивать пистолеты, дубинки, то, что представляет для нас проблем. Так, вот это давай. Идеальный удар, теперь есть в списке приемов. Все, я готов. Баркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Лечу, мой любимый босс. Сейчас, погоди, минуточку, секундочку. Блин, это в этой части была такая злоебная миссия, где надо было голубей искать. Надо поспешить, пока я спешу! Поверь, быстрее, чем ты, я не знаю, только человек, который железный, может передвигаться. И может быть, может быть, может. Ты самый быстрый челик здесь, на районе. У-ху! Может быть, остановиться, дать еще парочку автографов? Вообще было бы неплохо. Удерживайте вниз в воздухе, чтобы спикировать. Хорошо. Опа! Как тебе такое пикирование? Это пикирование, да? Ой-ой-ой, грязно получается. Да. Смотри, бэмс и полет. Как полет навигатора. 300 метров. Нам только позвонили, смотри, а за минуту мы с тобой уже долетели куда надо. 200 метров. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? У меня геймпад выключился. Я думаю, что за херня, блядь? У меня батарейки сели. Ты прикалываешься, что ли, блин? Ой, сейчас надо поменять. Все, я снова с вами. Так, батарейки поменял. Слава богу, что есть такая штука, что бывает иногда нету их, понимаешь? Так, и сюда. Надо только успеть переодеться, наверное. Потому что так заходить довольно стрёмно. Простите, опоздал. Я... О, Октавиус. Хорош. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Черт! А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. О, прикольно. Глушитель мог не выдержать. Моя совсем другая работа. Проверить протез. Но сперва разберусь, что пошло не так. Симпотненько, конечно. Конечно. И анизотропные фильтрации, рейтрейсинги смотрятся реально хорошо. О, ты не в лучшей форме, малыш. Но она работает. Даже вибрация какая-то есть. Прикольно. Посмотрим, что с тобой не так. Паркер же типа как бы прохаванный умный пацан. Должен шарить в этом все.
Результаты диагностического теста. Повреждена цепь сервопривода, подключите сервомотор и контроль силового напряжения. Давай сделаем. Надо попробовать вот это, там, где 5 у нас поставить, сюда. Вот смотри, бэмс. ЛТРТ развернуть. Вот это другое дело. Так, сюда давай поставим вот эту же, только повернем ее немножко иначе. Сюда можно простушечку. Сюда можно 90 градусов, просто как за милую душу. Вот эту одну сюда поставить. Сюда еще одну диагоналочку. И последний, как говорится, идет сюда. Но это просто. Это такие изи просто вообще. Компонент отремонтирован. Хорошо. Ага. Перенаправим сервопривод. Так, некоторым элементам схемы можно подключаться только с определенного направления. Так, ну ладно, хорошо. Говно вопрос, как говорится. Допустим. Если мы сделаем вот так, смотри, она пойдет у нас направо. Здесь она идет по прямой. Потом она идет сюда. А, так хуй сделал. Блин, печальненько. Ладно, у нас еще вот такая штука есть, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не. Тебя мы пока тоже уберем. Что, вот эту можно сандалить? Нет, нельзя. Эту сандалить сюда нельзя. Так. Вот, смотри. Нет, погоди. У нас осталась еще вот такая штука. Теперь у нас остается вот это дело. Делаем вот так. Потом делаем вот так. И остается последний. Вот, изи, изи просто. Ладно, что дальше? Там было 3 компонента сломанных, так что осталось... Ой, бля. Сбалансируем напряжение. Чтобы восстановить систему, суть все та же. Некоторые элементы схемы дают положительный или отрицательный заряд. Так, это есть? А, ты имеешь в виду требуемое напряжение 3. Ну, смотри, эту ставишь сюда, эту ставишь сюда, эту ставишь сюда. Сюда давай вот так. И сюда вот так. А, неверное напряжение, фактическое 2 у нас получается. Понял тебя. Так, значит, смотри. Тут оно плюс-минус-плюс. Значит, сюда надо поставить вот это. Закончил. Готов. Готово. Пожалуйста, все. Все работает. Посмотрим, что будет. Да, это же страшно. Честно сказать, даже стрёмно пробовать, что будет дальше. Как новенькая. Как новая, бля, смотри, а. Какая хорошая штука. Вот куда надо тратить, видишь, умы и бабки. Это будущее. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня посмотреть. В лаборатории доступны проекты схем. Оно пришло. А ты бегать умеешь тут или только ходить можно? Так, а что здесь такое? Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу. А, пространственная карта, я понял тебя. Этим потом займемся. Но деталька хорошая, да? Проработан, ты посмотри, да мелочей просто. Так, что здесь интересного? Должны быть какие-то пасхалки. Но вроде пока ничего такого не вижу. Сколько пожаров здесь уже было, Оскар? 3? 4? Так, это что? Это диктофон, типа. Оптимизм доктора Октавиуса непоколебим, как всегда. Обнаружено неизвестное вещество. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Так. Понял тебя. Нужно просто подставить, да? Используй для перемещения курсора, выбери нужный фрагмент, и все будет тип-топ. Так, нужный фрагмент вот этот сюда. Правильно? Правильно. Тут совпало. Так это изи вообще-то. Это, блядь, детский сад, вторая ясельная группа. Вы чё? Это же не сложно вроде как. Не сложнее, чем сдать ЕГЭ. Так, спектр Найтон. Хорошо. Гидрогель, полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Ну нормально. Справились уже хорошо. Так, где так, док? Давай ладно. Ему скажем. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Ха,
Бля, костюм классный. Слушай, реально видно прям потертости, поцарапки на коже. Но должно заживать очень быстро, как бы без проблем все. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. У-ху, полетели. Так, пикировать, помнишь, можно вот так вот? И это типа дает большую скорость. Для передвижения. Ой, хорошо. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Аккуратно. Это только факты с Джеймсон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. Дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите, не получите. Жестко. Джей, Джей, Джей. Звучит прикольно. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что я хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. У-у-у. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Ну что ж, я думаю, на сегодня все. Давай эту вышку бахнем, расшифруем. Что-то смещены. Изящно. О, я такой уже где-то видел. Ну смотри, фактически попал. Во. Немножко опыта дали. Вышки, это уже такая юбисофтовская тема пошла, да? Там включи, там активируй, тут наша сделай. Наша вышка снова заработала. Ты помог. Ну я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ладно, ладно, ладно. Я знаю, что ты хочешь посмотреть, да, что там происходит. Давай посмотрим, что там ломает. Ух ты, какие оптички. Давай. Мама дорогая. Прикрывай. У меня, мне YouTube такой же костюмчик прислал, помню, красный тоже. Там брендит сзади написано было. Я, по-моему, рассказывал еще, когда проходил эту же игру, только на PlayStation 4. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Паутинный удар. Давай сделаем. Хорош! Так, противники с холодным оружием способны блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания в воздух. А ну-ка. Ой-ой-ой, как некрасиво получилось. Так, смотри, смотри, концентрация сработала. Мы потратили приемчик. Жалко только на одного, конечно. Ай, больно. Как насчет люком? Щи? Ой-ой-ой, коробка с мусором. Все, парни, парни немножко отдыхают. Они просто хотели все сделать по-быстрому, понимаешь? Не получилось, все, не готово. Фартануло. Спасибо.
Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий это, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый, опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Нажмите для поиска преступлений. О, ну, я буду искать уже, наверное, потом. Если вы хотите прохождения игрушки, то не забывайте поставить палец вверх, подписывайтесь на канал и залетайте в Телеграм. Ссылочка в описании под видео. Всего хорошего, пока-пока.